Приветочки, с вами Диана, вы на канале Дили Плей, со мной моя мама Рима. Всем привет! И мой папа Варик. Привет-привет! И сегодня мы решились устроить очень прикольный челлендж, который уже снимали многие. И мы тоже не устояли. Конечно, да. Как же без него? Это челлендж «Пирог в лесу» и без них. Это сливки, конечно же, наш пирог, который будет лететь. О, смайлик, смайлик. Диане и папе в лицо. Смайлик первый. Видите? Да, смайлик получает первый. Он попал в кадр, да. Да, и, кстати, сегодня будет необычное видео. Оно будет вместе с распаковкой. С вот таким вот подарочком, который вам мне подарили... Мои подписчики с соседнего двора. Когда мне первый... не повезло. Да. Когда мне попадет пирог в лицо, то тогда я его и распакую. Может быть, вообще не попадет, поэтому. Поэтому всё равно ты его распакуешь, да? Да. Ну поехали начинать. Интрига. Погнали. Можно я? Не хватает у нас еще вот такого вот табла. Я думаю, что все знают. Ну, как говорится, табло будет нам помогать получить в табло. Точно. Это глупо точно. Как-то, но в тему зато в кассу, да? Кстати, мы со сливками не тренировались специально. То есть это сейчас будет наш первый опыт и все эмоции самые первые. Да. Да, это впервые, действительно. Как не, ну, мы будем на сухую мы проверяли, на сухую. На сухую. А как это будет сливка? Между прочим, я на сухую проверяла, и почему-то постоянно эта ладошка именно у меня перед глазами. Я вскруживаю, поэтому меня самому трет. Сейчас будем проверять пруху каждого. Можно попробовать? А вы, конечно же, напишите в комментариях, кто же играл в эту игру и свои, естественно же, эмоции по этому поводу. Диана решила так повыше. И может красиво быть, это так. Малова... А это что? Значит, первая и пробуй. Ну и да. Итак, Диан, давай, ой, ты так давай вот так. Может так даже держать. Ротик открыть? Нет. Так а, так не получается. Давай тогда ложим на стол. Да. Здесь должна быть специальная технология. Я придумаю эту технологию. Рулетка в растянь. Пять раз! Итак, делаем ставки, господа. Может быть, у нас Диана открыла рот. Так, подожди. Сейчас, так, а теперь тихонечко считаем пять раз. Точно. Поехали, Диана крутит. Раз. Закрой рот. Надо в лицо получать, а не рот. Можно в рот, рот на лице. Да. Ну да, логично. Сильно не высовывайся. Один был. Диана, тебе не в рот. Тебе залепёшило. Что, надо было очки одеть все-таки, да? Нямка. Салфетки срочно. Все, мы вытираемся и встречаемся на распаковке. Вот и распаковочка, не очень долго я мы ждали. Быстро ты сдалась, Диан. Ну показывай, что ты там видишь. Конечно же, есть письмо. Прям целое письмо. Очень большое. Записка, да? Записочка. Красивым так. Шрифтом, так прям да, красивым, красивым почерком. Почерком написано. Если мы что, кто не понимает украинский, понимайте. Короче, будет все здесь, написано по-украински, мы зачитаем сложно. На украинском. Да. Так, привіт, Діана. Ми даруємо тобі цей подарунок в честь того, що ти наша улюблена блогерша. Це ми твої підписчики. Ярена. Привіт. Привіт. Матвій, привіт. Привіт. Тіна і Віка. Привіт. Привіт. Спасибо вам. Так, здесь їхні канали, конечно же, ссылочка буде в описании. Да, у них є канали, вони самі стараються, знімають. Молодці, старайтесь, у вас все получится. Да. Если вам будет интересно посмотреть на подписчиков, кто же сделал такой подарочек, то можете потом зайти на их канал и посмотреть. Так. Ну давай посмотрим, что же там есть у нас. Пахнет. Там есть вкусняшки. Так. Ей этот подарок подарили днем, и они с Лилей ходят кругами вокруг него, а снимаем мы сейчас вечером. То есть, представляете, полдня дети держали содержимое пакетика и не трогали. Ну, показывай, что же там. Во-первых, попить, потому что там много сладкого. Запить. Запить. Это да. Надо было да. В конце. Это такой лимонадик, зеленый чай. Угу, зеленый чаек. Я так понимаю, это подарок для мамы. А может быть для тебя? Нет, это же для тебя, скорее. А ну давай. Сейчас проверим. Это какая-то косметичка. И.
Для Рима. Для Рима, вот он. Мне в сливки в нос попали. Круто, и мне перепал. Вот, выглядываешь, не уверен, а тебе подарок. А тебе там мне повезло, спасибо. Держи. А я сюда сложу какие-то свои косметические принадлежности. Конечно же, печенье. Это для папы, да? Да. Или для Лили. О, с орешком, я люблю орешки. Ой, я, кстати, вот это вот не пробовала. О, да, это какой-то контик, да? Тоже контик. Показывай, мам. Супер контик. О, вот такой вот. Снимем пробу потом. Да. Кто меньше всех получит пирогом в лицо, то есть сливками, того угостим. Диана уже не лидирует. Что ты там нюхаешь? Показывай. Самое пахучее. Это мыло. Мыло? Сейчас откроем. Оно не просто пахучее, оно еще и красивое. Ух ты, а там что-то еще внутри есть. Да. Вау. Сколько всяких подарочков. Прикольно придумали, молодцы. Но мне не везет, мне в нос попали сливки. Теперь... О, это браслетик, да? Это браслетик, да. С прикольненько. Это, по-моему, я. Диан, под цвет твоих линз. Как вы угадали, вы да, знали, только сегодня да? я не одевала, потому что мне и так в глаз... Да, Диана есть предлагала линзы. Сливки. А ну давай померяем тебе. Давай. На эту руку. А вот это вот лички, я так понимаю, колечко. Угу. А это что такое? А, это мыло. Всех подумали. А ну, птишка. Покажи. Красиво? Вот так. Красиво. Это папе, да? Розовое мыло? А папа да. самый вонючий будет мыться розочками. Это шутка. Папа, не обижайся. Я открою, потому что я хочу понюхать. Да и так слышно? А, слышно покажи, розой. Покажи, какое оно красивенькое. Ты покажи, какое красивенькое. Какое вот красивенькое мыло. Вау. С розочкой. Да. Пахнет. И колечко мороженка. Я лилечка няшненька, потому что на меня уже не налезет. Ну да. О, спасибо, Диана будет пахнуть у нас розами. Золотое кольцо, между прочим, на минуточку. Так, что там? Лилечке повезло. Ням-няма. Смотри, положи, а то оно закотит. Ням-няма, это ями-гами. Желешки. А, это желешки. О, Диана любит желешки. Как в точку прям. Вы вообще так угадываете потом. Со вкусами. Что ты только еще? Что сливки попробовала. Тебе еще пробовать и пробовать. Мостиком. И вот такая вот тоже. А, это жвачка. Это жвачка. Напоминает вату. Баблгам. Лиля вокруг нее ходит кругами просто. Просто тут красиво выглядеть, как ее. Да, ей хочется уже поскорее попробовать. Жвачка чупа-чупс, вот это да. Видите, какой-то у нас кулечек самобранка, он не заканчиваемый. О, зелененькая, кинетический песок, я так понимаю. А ну, открой, посмотри. У нас весь наш испортился, в волосинках стал. Да, кинетический, это Лиля любит у нас такое. О, еще зеленый. Класс. Так, собирай и отдавай Лиле. Надо отдавать Лиле. Лиля, иди сюда. Все, я пока положу в сторонку, потому что убирать я ее не хочу. Там еще не конец. Так, еще мне подарили такой блокнотик. Собака? Собакин? Собак. Собакинам. Диана любит всякие блокнотики. Ты как раз хотела, да? Это моя любовь. Что-то из канцелярии. Ух ты. О, а это, я так понимаю, рецептики. Мам. О, так там еще магнитик. Французская это... Подожди, кухня. Сейчас выберу. Такая микрокнижка. О, готовь. Французская что кухня, микрокнижка. Бараньи отбивные. У Диана, так у тебя вы заценили? Это магнит вообще. Это магнит, да. Смотрите, все, с этой стороны магнитик. Еще одного. А здесь книга такая рецептов. Я что-то приготовлю, все? Потом вам отчитаюсь. Повесим, да, себе на холодильник. Да. И будем это вот мне. Рагу бараньи с баклажанами готовить. Я не люблю рагу, что-то другое. Цыпляток в вишневом соусе. Здесь такие эксклюзивные рецептики. Так, и еще брелок. Мусс из фазана. Спасибо. Брелок. Париж. Из самого Парижа. А Диана, ты же как раз мечтаешь побывать в Париже. Точно. Частичка Парижа теперь у тебя есть. Да, если частичка Парижа у нас оказалась дома, нужно будет тебе на ключи, да, подцепить. Они будут лежать, потому что я ключами не пользуюсь. Ну, на рюкзачок. Или на рюкзачок. И я думаю, все, Диан, феншуй сработает. Спасибо за феншуй. Теперь будем воплощать мечты в реальность. Подожди, я сейчас сделаю красоту. Дай. Ты поставишь Париж. Во. Это как будто лужайка, да, возле Эйфелевой башни. Красота. Ляпота. Да. Ну что, спасибо вам. Да, огромное спасибо. И еще раз приветик. Ну, а мы поехали дальше получать свой пирог. Кто следующий получит?
табло, папа. А что я сразу? Потому что я вообще-то по часовой стрелке. Пускай сливняшки стоят пока здесь. Соблазняют нас. Давай я сливки себе начвакаю. Или ты начвакаешь. Только не в рот, я. Хотя у нас есть чем запивать, чаечком. Но все равно. Давай повыше, ну, хватит, папе. Маме. А, это папе. Это ты вообще-то сейчас принимаешь. Кто? Мы по часовой стрелке будем. Главное, не кто придумал такую часовую стрелку? Я. Ну-ка, признавайтесь. Сейчас я тебя крутну. Так, я. Так, подожди. Так, подожди, нет, мама крутит. Это же проверка моей удачи, правильно? Ты не фартовая, ты 5 вывалила максимальную оценку. Как ты мне его пофиксируешь? Сейчас 8, да? 4. Все, сейчас буду получать, наверное. 4. Рот открывай. Давай, вставляй личико. Мама не любит сливки, а я люблю. Я признаюсь вам сразу, я же вообще все молочное не люблю. И сливки это не моя тема. А сыр? Даже такие взбитые. Сколько там? 4? Да. 4 раза. Я смотрю. Некрасиво. Давай. Получай. Раз. Можно глаза закрыть? Можно. Нужно. Наверное, даже нужно. Раз. Блин, как это страшно. Два. Два. Давай. Да, три. Четыре. Вот это да. У нас вот прям это тут поворот. Ручки поломались. Вот давай, это поворот. Что, ничего не я поломалось? Я так сильно боялась. А теперь моя очередь. Сердце в пятки, ты не забудь крутнуть. Я кручу, верчу валанчик. Двойку хочу. Двойку да я сделал. Да ладно тебе, зачем ты такое? Ну ничего, я-то 4 раза уже крутнула, ребятки. Поэтому, папа, раз, два, три, тебе четыре. На бороде как завесится. Будешь красавчик. Глаза закрывай. На бровях. На носу. Делаем ставки. Где у папы зависит? А стрёмно, реально стрёмно. Стрёмно, да. Давай мне тоже было стрёмно. Не, ну сливки, я думаю, вкусные. Я не откажусь, конечно. Открывай рот. Так сделать. Но с усов это будет очень проблематично. Ничего, повыдираем. Не, рот открывать нельзя. Надо крутить и ловить в табло. Раз, два, всё. Давай, мы не слышали, щёлочка. Три, я кручу. Давай, крути. Раз. Было раз? Да. Раз. Давай. Еще у меня есть на лице, да? Есть! Очень! Очень! Такого не было. Неожиданно, неожиданно. Это тебе так смешно с папой, что ты готова себе лоб разбить об больно. Ням-нямка. Потираемся. Да. Моя очередь. Я на пшик. Я никому не дам. Диана у нас специалист по пшиканию. Сливочные масочки. Кстати, полезно. Есть такие масочки. Сливочные. Мне кажется, я бы не выдержала. Ты бы съела бы ее, да? О! Я прям рот. Готова. Все, Дианочка, твоя очередь. Крути барабан. Мне в рот не дают. Два. Больше по-честному, да. Это точно два. Два. Сразу. И... раз. И... Крути увереннее. Два. И все. Ха-ха-ха. Давай, мама. Так, не ха-ха-ха. Крути. Хакать с меня. Ха-ха-хакать можно. Не ха-ха-ха. Тут по правилам не запрещено, а разрешено даже. И та-дам, 4! Я рот открывать не буду, я же всем сказала, что я сливки не люблю. Ну давайте. Чувствую, что сейчас меня зарядит. Зарядит. Я сразу быстро вытираю, чтобы мне плохо не стало. Но это не точно. Слушай, мам, можно я вместе тебя? Итак, погнали. Раз. Два. Зачем я согласилась участвовать в этом чиле? Давай. Три! И четыре!
4! 4! Я что, опять так хочу, что ли? Нет, я так не договаривался. Я сейчас потела, слушайте. Что можно я вместо тебя? Нельзя, это мой шанс. Это папин выбор. Наесться сливок вкусных. 4! Ну, по-любому. Ну, может, ты соглашаешься? Ну, держитесь. Готовы? Открывай. А что нам готовиться? Мы готовы с тебе спать. О, как раз вот, наверное, внизу как раз Диана сделала специально. Да, зону рта, да? Давай. А можно так? Да. У тебя язык короткий. Вот если был бы как у лягушки, такой слезал бы сливки, да? Как у хамелеона, а не как у лягушки. Ну, давай. Сколько? 4 всего лишь. Ты уже готовишься? Раз. 2. Я боюсь тоже, потому что он не может залететь. Видите, здесь какого-то алгоритма вообще нет. Да, 3. 3. А страшно? 4. Я не могу. Прям. One moment, please. У нас даже смайлик так зубы сделал, как папа. Почти. Нормально. Вкусно? Так она в усах немножко зависит. В усах, да. Папе неудобнее всего. Ну, лайк? Лайк. Я это сделал. Я накушался. Ням-нямка. Давай, мама, салфетку. Давай, вытираем. На этот, настраивает прибор. Да, только нужно сначала повытирать этот прибор. Весь в сливках. В сливках. Дайте мне салфетку. Не, самое главное прибор. Вы самый главный прибор. Вот это выбирайте, а не тот прибор. Давай я. Дай, Жаль, давай я. Мне не дали. А в рот тут нальешь? Нет, вот сейчас тебе будут шлепать. Вот сюда. Это твой шанс. Чтобы в рот попал. Так а ты ни разу не отхватила? Но это все равно последний круг. Но это не точно. Да давайте попасть. Да вот сюда, чтобы в рот попала, не в глаз. Заряжай. Пожалуйста. Крути, что ты сразу? 6 раз будешь крутить? Пока... Ой, они... А сколько надо? А сколько надо? Ты знаешь, сколько надо? Нет, ты же еще не крутила. Ты же не крутила. Давай быстрее, скорее, мы их теряем, сливки. Сливки падают. Они ползут. 4. Заряжай. Раз. Точняк. Раз. Бум-бум. Показывай личико. Нормальди. Все пучком. Сколько вот сливок перевели? Да. Все хорошо, все отлично. Плохая была траектория полета, ребята, у нас. Что, вытираемся? Нет, пускай так будет. В табло прям. Так оно с тебя течет. А носика можешь язычком? Я налью. Да, все-таки или это не наложу. Последний круг, потому что мама не получила еще. Ну сейчас у меня есть все шансы, че вы так это? Да куда ж ты в глаз попадет? Все там хотя качественно. Хотя маме без разницы, лучше в глаз давай. Я конкретно. Специально не красилась даже для этого челленджа. Так, чтобы сразу в табло. Пум. Пум. Давай. Тыкс. Пять. Та-дам. Пять. Три. Сейчас пять, я помню. И раз. Давай. Я уже наела сливок. За кадром там. Раз. И два. И три. Ну везет же ж некоторым. Я теперь кричу. Быстренько крутим. Быстренько сейчас накушаемся. Давайте я уже накушалась. Я уже не хочу больше. Ну рот не открывай. Просто. Два. Мне жалко сливки. Давай, папа. А то сейчас тебе пойду. Я держу. Я сам. Папа, может, сам? Ты такой симпатяшка за тебя? А сам же на этот нанес себе так. Ну да, ты же думал, что да? Мне? Ну я же думал, что тебе смачно как зарядит. И раз. И два. Все, капец, ладно. Все, сейчас я же смирюсь. Крути. Но это не точно, может быть, сейчас пиу. 4, это точно Диана залепит. Короче. Раз. На втором!
На втором. Чпокс. Красавица ты. Красавица. Не. Фу. Давай. Не фу, вкусно. Вытирайся. Приводите себя в порядок, мадам. Ням-нямка. Ну, тики. Это был последний, будет сейчас последний круг, потому что маме нужно зарядить. Если не зарядит, то мама самая фартовая. Что-то мне мало верится. А что тебе мало верится? Ты крути барабан, пока мама там болтает. Ой, мама, где она болтает там? А у нас уже и сливки закончились. Ох ты, как смачно. Ох, залепошит кого-то, залепошит. Ну, она не меня, меня уже точно... Два! Да что ж такое, ну все. А ну может сейчас сработать, че вы? Ну я не знаю, это... Не точно. Раз. Два. Да что ж такое? Мама вообще самая фартовая, которая... Ну, правда, не, ну это просто капец какой-то. Это проверка на фортуну. На фортуну. А еще говорила, что постоянно все выпадает. Так, а перед этим, когда я играла без сливок... Четыре! Реально не везло, но мне постоянно срабатывало. У меня сила мысли, я просто не хотела получить сливками в лицо. Три, пап, давай. Три, а ну стрелочка больше на трех. Так, три. Ну давай. На три или четыре? На три. Три? Ну просто посерединке, потом три. Проверим папу на пруху. Да мне кажется, что я постоянно получил. Нет. А вы, кстати, заметили, кто чаще получил из них твоих? О, напишите счет, кстати. Да, напишите в комментариях счет, потому что мы что-то как-то не вели счет, забыли совсем. Я три раза получила в лицо. Ну ладно. Давай. Я пошел. Я надеюсь, что это будет последний. Раз. Три раза. Если я не получу, то по-любому мама разыгрывает. Давайте так. По-любому. А, то есть, если ты сейчас не получаешь... То не Диана следующая, а ты уже. Последний контрольный раз выстрел. Мне контрольный. Да. Хорошо. Если не получу. Если я не получу. Хорошо. Но мне что-то... Да. А я теперь буду переживать, что ты придумал такое на ходу. Давай. Так, раз, два, три, все. Не, давай. Раз, два. Я фартовая, ребята! Говорила, вот папа не фартовый, все, все по-честному мы договорились. Папа, не мы правда договорились. Да не виновата. Давай салфетку, давай, попробуй. Спасите папу. Короче, у нас... Мне можно играть в русскую рулетку. Точняк. 100%. Не, ну это, конечно, страшная вещь. Настоящая русская рулетка, ребята, это что-то нечто страшнючее. Кто в курсе, что это такое? Где все, сиди так. Красавчик. Поэтому, если вам понравилось этот челлендж, да, ставьте обязательно лайки и подписывайтесь на канал Дили Плей, Дили Геймс и Лили Попс. До новых за встреч. То, что мама очень фартовая. И до новых встреч. Пока-пока.